В августе текущего года губернатор принял решение о выделении 93 миллионов рублей на достройку проблемных домов в микрорайоне Юго-Запад. За счет этих средств завершается строительство домов номер 37 и 46. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь. Также начались работы по благоустройству кровли и фасада в 35-м доме, который будет сдан в следующем году. До конца этого года на достройку 35-го дома направят 30 миллионов. 10 из них уже выделены. Продолжаем держать на контроле все строительные объекты. Спасибо городской администрации о том, что раскрепили всех за каждым домом. Спасибо девчонкам, что они здесь активны и тоже помогают отслеживать все строительные работы. С этим нам понятно. Сроки мы не срываем, поэтому там, где мы отстаем, сроки должны быть нагнаны до конца октября. В начале этого года на решение проблемы обманутых дольщиков было выделено 152 миллиона рублей. Благодаря этому 800 семей уже получили жилье. На днях сдан еще один дом, достроенный с помощью этих средств, номер 31. Жители этого дома уже получают ключи от своих квартир. Губернатор призвал подумать о предстоящем благоустройстве района. В частности, стены домов должны украсить изображениями. Сергей Морозов анонсировал конкурс эскизов для изображения на домах. Павел Половов, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ.